Всех приветствую на канале Стоп Психотеррор. С вами я, Андрей Шутов. И сейчас я зарисую схему такую, да, на 4 листе получается. По сути, как работают психооператоры, да? Ну и, собственно, будет вложена вся схема, по сути, да, по логике. Как это вообще делается, да, с точки зрения нашего правительства. Ну давайте, вот поехали. Получается, существует общий их банк, да? Те люди, которые платят за это, получается, вот они. То есть банк, да? Я не знаю, там, масоны, сионисты, там, да? Напишем сионисты, масоны, да, допустим? Сионисты. Ну и тут будет масоны, да? Сионисты, масоны. Получается, за ними стоят спецслужбы, получается. Вот, и... Все начинается со спецслужб, получается. Идем дальше. Вот, они платят, башляют деньги спецслужбам, получается. Спецслужбы. Так, они сюда башляют бабки. То есть халявные бабки, да, получается. Эти спецслужбы, они прикрывают, получается, этих ублюдков. Вот так вот получается. То есть вся их организация... ну, масоны, это же, получается, политики там, да? Тут много ветвей уже идет. Политики, вот. Потом кто там еще? Олигархи. Допустим, да? Бизнесмены, олигархи. И кто еще? Ну, не знаю, там, кто за ними еще стоит. Просто там... Остальные, да, которые прислужники, ну, тоже прислужники всякие, которые богатые, да, богатейшие, которые имеют деньги, они получают на халяву тоже от них деньги, получается, вот. Ну, просто за то, что они есть, да, чиновники, точнее, да. Самое главное, чиновники. Да, чиновники, так подпишем. А чиновники есть везде, мы все это прекрасно знаем. Вот, что же идет дальше? Какая-то песня унылая пошла. Вот, получается, спецслужбы там, ФСБ получается, да, ФСБ. То есть, вот, да. Потом, кто там идет, КГБ. В разных странах же, да, КГБ. Потом, кто там еще идет, ЦРУ. ЦРУ. Всем этим... Троим спецслужбам тоже, получается, платят бабки. Да, получается. А, Моссад еще, да. Это Израиль, возьмем. Моссад. Моссад. Вот. И все эти вот четыре, допустим, спецслужбы тоже получают бабки. Все они. Вот. За то, что они есть. Все они, получается, прикрывают, ну, вот эти, всех этих вот ублюдков, получается. Чиновников, политиков, олигархов. И так далее. Финансируют все это сионисты, все эти спецслужбы, да, получается, как силовую структуру. Вот. Дальше идем. Ну, силовые структуры эти ФСБ, Моссад, КГБ, ЦРУ, получается. Идем дальше. Идет такая ветка у нас. Получается, туда вербуют обычных дебилов, ну, людей. Получается, эти люди, они есть у нас в мире везде, получается. Если так описать, то они берутся отовсюду. Планета, да? Планета, вот, ну, Земля наша, да, там. А сколько у нас людей? 7 миллиардов людей, посчитаем, да, 7, ну, в кавычках. Я не знаю, сколько сейчас. Так, 7 миллиардов, да. Ну, слова я тут пишу, не обязательно, мне грамматика тут не надо. Мне тут просто, понимаете, мне надо писать, да, весь план, как это все делается. Вот, с этих 7 миллиардов... Получается, я сейчас опишу вам просто деградацию, ну, деградацию уже разума, да, когда человек, планета уже деградирует вся. Вот, получается, эти спецслужбы вербуют к себе этих людей, получается, с этой планеты. Они есть везде, получается, их тысячи, допустим, тысячи. Тысячи. И, короче, далее, получается, есть мы, вот с этого вот всего. Получается,
тут, ну, вот эти тысячи людей тоже получают за это деньги, завербованные. Они идут работать в спецслужбы, их обучают, все такое, тоже они получают деньги фактически за то, что они просто есть. Вот. И с этого идет, получается, есть одна жертва, допустим, вот наша квартира, да, вот квартира вербованного человека, который работает на эти спецслужбы, получается. Вот тут вот находимся мы. Мы. Вот тут находится этот самый террорист, этот, да, нанятый, вербованный. Агент спецслужб, получается. Агент спецслужб, получается. Смотрите, какой дебилизм. Получается, мы сидим сутками дома, получается, вот тут вот за компьютером. Вот. Получается, потому что жертве психотеррора нечего делать уже, вообще абсолютно. Она сидит вот днями дома, ну что-то там делает, я не знаю, магазин изредка ходит там. Все такое, да, получается, за компьютером сидит. Получается, ведет сидящий образ жизни, изредка ходит на улицу, потому что ее, у нее эта вся система этих нахлебников, получается, отняла все. То есть денег ей не дают, с работы удаляют, там все такое. То есть финансовый план ее вот вообще на нуле, получается. Этот же выродок сидит, получается, тоже. Вот. Вот. Он, короче, сидит всю жизнь. Вот, вот для этого же человека, получается. Для этого человека. И ходит за ним всю жизнь по пятам. И этот человек, вот этот вот именно человек, да, ублюдок какой-то там, Вася, да, как его зовут, Вася там, Изя, я не знаю, как его зовут, он получает средства за то, что он сидит дома, за то, что он сидит дома, и всю жизнь ходит вот за этим человеком. Это получается жертва, жертва пси-террора. Получается, всю жизнь ходит вот этот ублюдок, всю жизнь ходит за этим человеком. И получается, всю жизнь он проживает, финансируясь вот этими вот подонками, да, получается. Тут уже перед ними стоит, с этой планеты вербуют, получается, ну, вот эти вот спецслужбы, кого? Милицию, да, милиция. Тоже вербуются. Недобропорядочные милиционеры, короче. Прикиньте, сколько они получают денег. Тысячи денег. Тысячи долларов. Там, этот ублюдку, этому тоже надо платить $500, там, не знаю, в месяц, там, да. Вы умираете просто. Вот этот вот человек, жертва психотеррора, просто погибает. Вот. Вот. Вот эти люди получают очень огромные деньги. Тоже тысячи денег. На халяву, просто так. За то, что они просто выйдут с дубинками кого-то там избить, кого-то заказать, кого-то. Вот. Врачи вот эти вот, врачи. Врачи всякие тоже получают огромные деньги. Просто так. За то, чтобы увечить людей, получается. Потом, вот эти вот институты, да, в которых обучают эти ученые всякие, ученые-ублюдки эти. Я имею в виду нехорошие ученые. Тоже получают $1000, которые создают это все психотронное оружие. Все это финансируют эти сионисты, масоны, жидомасоны и так далее. Чиновникам тоже они все платят $1000 тоже вот, $1000 платят. Просто так, чтобы это все было шито-крыто. И получается, таких как вы, вот, просто людей, которых изуродовали, которые хотели жить, получается, в этой вот системе, да? А это все система. Система. Получается. Из-за вот этого человека, вы посмотрите, что превратилось. Во что превратилась эта вся схема. Получается, весь этот мир, получается, деградирован. Вся эта планета, получается, деградирована. Деградирована. Это факт, потому что деградированы именно почему? Потому что эти люди, они ничего не делают, получается. Они взяли финансовые средства, банк вот этот вот, банк сионистов, масонов этих. Они печатают сами себе деньги бесконечно, финансируют это все, просто вкладывают это деньги. Все эти дебилы, которые нас убивают, получается, вот эти нанятые, чиновники...
политики, бизнесмены, олигархи, еще кто-то там, кто служит. И вот эти люди, которые создают уже убийство людей, которые садят в тюрьмы, калечат врачами, то есть, да, в медицине. Ученые эти ублюдки, которые создают всякую химическое, всякое дерьмо, да, которое нас травит, специально разрабатывают за эти деньги. А вы и я вот этот вот маленький человечек, и нас уже тысячи, миллионы уже, наверное, от пострадавших, от жертв от психотеррора, мы просто вынуждены, получается, умереть. Вот. Так фишка в том, что, вы посмотрите, какая деградация. Они лишили вас жизни, наняли полпланеты уничтожать вас, ходить за вами по пятам. Паразитов наняли, паразитов, которым просто так этим зебилам платят деньги. Они делают у себя там ремонты, покупают себе вещи, плодятся. Эти ублюдки тоже плодятся, покупают себе вещи, заводят там по 10 детей, все такое. А эти просто берут эти деньги и печатают. И что с этого получается? Общая гибель планеты, получается, мы, получается, вот эти вот одинокие люди, которые сейчас сидят, бездействуют просто, нас таких превратили, получается, невольно деградируем из всей вот этой вот массы людей, огромного количества ублюдков деградированных, которые просто взяли вот эти вот напечатанные деньги, финансовую систему и взяли, изуродовали всю планету. Ну как вам план? Кто согласен, кто не согласен, оставляйте комментарии. С вами был я, Андрей Шутов.